Ты планируешь голосовать за поправки в Конституцию? Или начитался мемов в интернете и думаешь, что они не нужны? Я тоже сначала так думала, но потом решила во всем разобраться, потому что точно знаю, что в интернете сейчас очень много разной информации, которую люди могут распространять безнаказанно и иногда даже прикрываясь именами известных людей. Если ты не научишься разбираться во всей этой информации, то так и будешь жить с чужими мыслями в своей голове. Ты знаешь, мы не можем спросить наших родителей и дедов, почему у нас сейчас такая конституция. Но наши дети и внуки обязательно спросят нас, голосовали ли мы за конституцию или поленились разобраться и послушали чужие мнения.